Бүтүн күннән күндүк рәчләрби толоққа жаққа тустақ сибәләх амалақ сақасы да бата суықтен бери үлетін сағалыр. Бүгін мен оттан бәйім аспыққа бұл пандемикке Наталья Мир дейін күтті сәргес бітін бүгін кепсетивитін салғы ғытабы тонна пеппе күрдік бүгін бұл жиы ұслобиятығар қайтық бітімейнәқ оты олардық құхабын тұғынан Наталья сибәләға. Бүтүн күнді Наталья. Қайтық үйнайыны бігі жебетер олып тұқпытың сөбей. Аспыцыриген бұл бәйін жарғын тұғынан кепсәбетейін, онтан бүгін тұстағы бәлі аққын. Бұл жиға олардыр ғамай-самай бұрыстой микрозелін дейін болар. Микрозелін тауы чөйден түргені күнер. Онна жиы ұсловия түгер бұдан чапчыке, подоконник үдігер олардық қағып. Онна оғыдағыны олардығын хэп. Чепчеки не обсейна? Худрыгу олардырға? Худрыгу. Аны бігеха тоқ нады ней? Бастадан тұрыс? Так, бастадан тұрыс бігеха нады субстрат. Бо біге сети ферма бұдығар. Біле атыға бара бұллады. Олеген минеральный вата тұттабыт. Мұны тоқ соғыс. Бір соғыс оны тұтар еген. Дегі мен оны тұққа хап, күнан баран біле, хем бір минеральный вата, мұнық кихияха раздражение берен хап. Біле базальт бұлады, спенінің базальт. Олеген мұнық тұқ соғыс сухой ардағына, ұтағық ардағына мұнық раздражение лыған хап елейіне. Оғыларға еген басы бат. Дегі тұттырған ға басы бат. Біле профессиональных условиях тұққа хап. Оны білер кейі тұтты оңнады, обработкыта ең олақатын технологията. Бұ дегі олар дұрғы джутовый коврик, оңна льняной коврик ғамай хөп. Оғыларға еген үші бай, чапчыке бай, олық сыта хоқ, плесіне еген тұғада хоқ, оны көрек қанады. Біле мұнық строительный мағызынырға ең вент канал күрдің атылылар. Гынан баран ол пропиткалақ болуын, білі строительный материал болады. Жия білі бөлір бүтігер еген тұтталар. Білі мұнық мас дияға еген тұтталар, мұнық білі мас. Оны оланы білі ұттан көміскүр пропиткалақ болады. Ол оның басы бат бияға. Бияға боланы ұрас, мұнық субстрат нады. Ем атуға хоқ арас? Аға, пропиткада хоқ, пропиткада хоқ нады. Бұл ғана джутовый коврик специально микрозелен олар дұрға дейін оңғылды ұт. Олық сұта ғоқ, үп раз, олген мұндық тұқ тұттырға удобный бәй үші бәй. Потом, онтон бұл ғана бей олар дұр үйіп бітнады. Дегене раз үйікке бәртігер олар дұққа әп. Біле обычный контейнер, мұнна тох отверстие, ага, отверстие вид, альбах соус делала, самурам баран тут тохе, буманик поддоннер, га, ян лар тохе, технология та олух сальбах, бие была она, буманик технология на тут та вот, бу бир улахан контейнер, он на бир красоус контейнер бар, буманна жолёгости вид, альбах соус, он на бири бирге уринке вид. Сепари халгиннах поварачаны. Ага. Бу маннык двойной днолах контейнердар тох учайдай. Бу манна үнэй ортотугар салгиннах, онна улах. Онна алларанғы селіге ұны ұлар. Онна үйәттен мұнық ұғыт таққына лишне вода вниз стекает и как бы не подтапливает. Онна тұн халгылы оңыр болағаны кене түйінігірбәт тағыны болады. Ага, түйінігірбәт. Онна бұ холабор халгылы ұны күттен кәпсі таққына аллара түйін білхайыр. Сәр. Более безопасный курдук. Хэп, онтон холовра дейін жұт бі тэн коврик енде көбітте. Ол холовра бігі бәрі тұмырық бұдың хэп тұны? Хо, жұт бі тэн бұдақ тұх именна мұнық тұх валықно болу он хэп нады. Білі бұ мұнық ковриктар егер әмес алғындақтар. Олеген үйнәйлер, үші бәді күйнәлілер. Оны бұ органический болыр. Органический субстрат, онна он разлагается. Біле, әлбәқ пайын олардар болық бұтына, допустим, компостқа бұрығық бұтын әп, оғыр бұтыға рейін айылға бұтығар тоқтаны
Куана хох, ага, бортна албат, поэтому а минеральная вата тох соус, бля, распад долгий. Ага. Он ухан тангла хпун себе ехал во время. Бо манек джутовый коврик мы специально ткем на заводах, получается, и заказываем. Вот. Можете у нас приобретать в магазине. Вот. Ага. Также в интернет-магазинах Wildberries и Натиланаллар. Ну, короче, было кэп. Белин уже интернет-кален барда бьеха доступ так. Технология, это на ребелин. Ол технология на белин кадрюм бьеха. Так, бо олар дориги пит, субстрат пит, он на бу семелер, бит надалар. Семелер бит полана, обработка того хполох тахтар. Были мы нык огорокка тут туллар пакет тах нык семелер балларди. Он только вот бьеха басыват тодиатар микрозелень, он икки кюн лнер. Онтон били көрерім болады, білі семелер халан кюх оболочкалахтар, кыл оболочкалахтар, имбар оболочкаларди. Олан нуктар бьеха басываттар тодиатар эти оболочката. Специально обработка унейлерге, то где это были агрессивная среда кирабалхтареди тахджа, он на рыбе обул он хэп, олен защита курдук онгараллар энника балочка не хэп, ол он тук подпалана ие бы хэм энник активный хэджер, были уней униор дери, были улахан, то соус крепкий соус растения было ордери камелер, унега. Бубла она обработка та хохтар. Он ухан там берет его, чтобы мы накусить тебя чё. Хох, бу манек пакет торга специальный микрозелень ден болохтах. А, сеп. Ага. Бубла она атыланар простой, бу аэлита ден нага популярный тох компания. Семенная хас манек компания ае манек линейка лах уже белигит бета микрозелень ден нага популярный продукт полбут. Олеген специально мынык семена оңыраллар. Бе баллана бұ Европатан заказты бұ, таме семеналары, онны бұ мынык порционна, специально бұ мынык контейнердарға бе тоқ оңыр бұт. Порционные пакеты. Пока не такие, конечно. Но такое. А че нам на хастаны их корюм хедер была, да? Это бит корюм бы. Ох, один раз. Бьеха сюрпевес курдук корюм бар. Бука же народу он хэп тэгэнэ, мандык? Семена вообще... Кэгэнэры олар дохпутын хэп тэгэнэ, ага, круглогодично олар дохпутын хэп сэйн дағанын, холобор бо жаннор бэлэрэ дачалара эйн хохтар баларди, или бие бо дебитгер квартиралар бэтгер, олар бо пэтти эрбай, ханнады тақсывака хаяваккэрэ. Олэгэн бо мандык подоконникка хас кыгынары, сайынары, лордоққа хэп. Бо он эрэкін үйнер, бо үйнейлер. Онына сразу аска тұтылу он хэп олэгін. Оту холубырай, бо бир хекке маннук олордоқ бұтына, бірген батик үйне алайды, оны бігін бек кыралан хир боллақ бітші бартын, бірге хэн кәсірді. Оны хайдақ түхөр тұрары бұл маннук холубыра үйнеге. Кыридақ бұтына, әбітер хайдақ редис, он кюнен юнен баран готовый болар хэп. Съедобные они уже на 4-5 день. Просто они вот пока не перерастут, да, они перерастают вот на 14-й день, допустим. Мы вот вырастили, она на 4-5 день уже вот такая маленькая, да, как только листочки появились, она уже хэп. Оно манек нага улат тагана уже хайдара тох кытанах соус болар. Ол сымнагын эрэри редиги сыкып. Бу манек сал. Кыры-кыры хил булак бит. Ага, кыры-кырылан хасна адатын эмбелер булады. Холо бир бутербродка эген. Салатка, кыры-кырылан именно билеген сиргер крем барыңын туттан. Идинек сибилиген крылыбыт эрезелин эльбах бетевин болар. Уже бұғылыбыт мағығынға үс төт тұқынуынан уже витаминдарын бартын хитарынгі бігер. Отан бұл маннық болағына салаттар, холобор, онтан эльбах күнге
болохтарын хэп. Бу манык салат тен биле тох пладе. Улахан үйнәй биле листовой салат курдук боллагына. Кине эр турогын хэп. Холобор бу крес салат, базилик, руккала, биле листовой үйнәй боллади, биле листовойдан хибит. Редис боллагына корнеплод. Бу листовой боллагына биге эр тутох бутын хэп. Бу маннык мизуна ден капуста, олим бу ыйданы болым баран химбир маннык хадары тупсан, улаатан, үйон хэп. Антон бу горох боллагына биле атын үйнәй боллади, горох тен плоды дает, да? И он такой мягкий, нежный и молочный только в первые две недели. А потом он уже начинает черстветь. Но у гороха есть плюс. Биле аңарынан мыны кырен лакна и кистенелер. Чоны болды, как будто все кистенелер. Үйне он сатаха. Холабыр мыны үйне турары атылаған барыңын. Кыриян баранган сибидүүн эрекен хаб. У эрек утоккунда да. Сеп. Вот. Терен, халыкка, кадырыкка, технологиятын. Вот. Эсэ уна адэбитта. Ага. Бу үндерер ихиппит, субстраппыт, онна семена бүтта, онна тохтана да. Терен. Бу маны билеген бие хомыябыт, хаб. Бу ихиппитен. Маннык. Тыц, бэнфис. Собираем, да, сразу несколько. Да, 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 даже по видеоуроку, по инструкции даже, которая написана, по ней тоже можно. Да, мы всегда консультируем. Видеоурок им батавар, да? Ну, не видеоурок, видеоурок у нас есть даже в Инстаграм аккаунте. Он в общем доступе. А непосредственно в наборах, допустим, у нас инструкция простая. И еще есть гайд. Гайд это такая, ну, такой справочник, там есть информация. И, например, человек может нам написать, отправить фотографию. Допустим, вот у меня вот так вот, что делать дальше, и мы уже пошагово вот так вот объясняем индивидуально, если что-то непонятно. А так обычно вообще никто не пишет. Да, у них всегда все получается. Да, да. Бумаги перебегаем или мне тебе? Ага, салды, бустр, субстрат. Ага, субстрат, потом манык уга инчитехтях, потом манык уган кевис бертон. Ага, бу маны бертон егер урын кевис, онна темир. Ага. Онна бу холобор мелкие семена дем болар, ха? Редис, бу крес салат, руккала, горчица, мизуна, иген ден бу сенелер оттар бут, да, листовой дар бут буваллар. Онна бу улахан семелер баллар, ха? Горох, онна подсолнечник. Нет, пускай лежит. Ага. Бу горох и подсолнечник тен бу маны кулахан семелер биле игер улара хох булади. Олеген биге бу маны у кутаммыт бир күнгә еген хаяктахпыт, халарахтахпыт. Илиерин курды күчәйде. Ага, илиен кине инәнге энергията маны В общем, вот эта внутренняя энергия, она должна запуститься, энергия жизни у семян. Семена, они же такие сухие, да, пока, ну, как шкатулочка такая, у нее внутри энергия сидит, и она ждет, пока капелька воды живительная ей добавится. Вот, она водички попьет, и потом растение уже распустится. Поэтому, да, вот этот подсолнечник на второй, третий день, смотря от температуры, от влажности помещения и от количества воды, которое ему дается. Температура тела выбрала. Температура для растений, вот, так же, как для человека, должна быть комфортная. То есть при прохладной температуре, да, допустим, 20-18 градусов, некоторые культуры это любят, но в основном это 23-24 градуса, вот как в детском садике, да? Вот стандарты детского садика, это влажность 60 и температура 23-24. Вот это стандарт для всех растений. Вот. Смотрим за ними, как за детьми. Устаревать им, да, беги, холор, холор, табут, антон. Бастан угатур ордубут. Ага, угатур ордубут. Маннык угатабыт, ха? Бу маннык
температура кадрем, буманник уку там. Сейчас полухтать кадр. Комнатная температура может быть, ага. Буманник подтубут у, он на были гимбир, во семечкалар. Дютюгер тоха бит спора им было он хэбхэ. Оли им была она бу перекись водорода кутох тахпыт. Профилактика. Актерокаламыт. Да, обычный, ага. Бу манна кратык кутан хаятых пытна беге хаибыт, обеззараживает. Ну, кратык, ага. Маленькая обработочка. Вообще чуть-чуть. Хорошо. Вообще чуть-чуть, потом вот уже начинает пузыриться, значит, вот перекись уже начинает обрабатываться, mm-hmm. и у них кожура толстая, поэтому перекись, она ее размягчает, mm-hmm. и тем самым у нее прорастание идет намного быстрее. А что, у нас семечко, вот это не куда-то, ага, перекись. Семечку тоже наполняем водой, туда mm-hmm. тоже перекись. Вот именно горох, да? Это yeah. горох, ага. Горох, потом через сутки уже можно ее, ну даже не через сутки, вообще 6-10 часов uh-huh. замачиваются семена крупные. Это вот самые такие популярные сорта. Uh-huh. Это горох, подсолнечник и пшеница uh-huh. еще есть. Пшеница Витгресс. Мы ее не выращиваем, потому что у нас немножко жарковато для uh-huh. нее. Пшеница любит, когда прохладно. Uh-huh. Да, вот uh-huh. пшеница как раз-таки очень подвержена плесени. Uh-huh. И она любит, когда прохладно, прям 18-17 градусов, uh-huh. вот. Вот эти гречка, нынерлер, а раз эти маши, инди, нынерлер, где? Это проростки. Uh-huh. Проростки. Uh-huh. У семян есть несколько стадий, uh-huh. получается, ну, роста, да, у растения, в принципе. Семечко, вот обычное, да, uh-huh. которое вот такое, это начало, да, как бы. Потом, когда он пускает корешок, mm-hmm. это уже проростки. Uh-huh. И вот 3-4 дня после прорастания это вот просто семечко uh-huh. и такой корешочек, корни. Uh-huh. Вот эта стадия проростков, она обычно используется в бобовых, соевые бобы, маш, такие длинные ростки. Они используются вот в азиатских кухнях, да. Uh-huh. А все, что с листочками зеленое, это уже микрозелень. И дальше уже идет, получается, mm-hmm. ну, почти взрослое растение, mm-hmm. такое несколько стадий использования вот этих mm-hmm. ростков. Ну, чтобы он полностью пропитался, mm-hmm. получается, здесь, смотрите, у ковриков есть две стороны. Mm-hmm. Да, одна более такая волосистая, другая mm-hmm. такая более подбитая. Mm-hmm. Получается, это конвейер. Да, конвейер, mm-hmm. и тут иголками она вот так вот плетется, поэтому она с одной стороны вся в иголочках. Uh-huh. Поэтому берем вот так вот сверху, да, uh-huh. чтобы вот эта игольчатая сторона, mm-hmm. она была сверху. Yeah, более, да, более такая подбитая. Будет была? Да. Ага. А, так вот, проростки, это такая довольно... непопулярная, mm-hmm. ну, очень мало человек пока использует, хотя это вот в европейской кухне очень древний продукт, то есть... И тебе буманник венерер бит, да? Ага, буманник, были маш, гречка, егенди, ну, пшеницу име проросток, он ворон сильдер, постоянно были в кухне. Ну, колгра, дэм опыттен, да, олар дахатавады, гнэм барандили коттаран кэвэхэвэн, тюнюгран халарэте, кинини нар унун старых канады те полурахин корюляха бити микрозелень, ага, ох, буманник унирахин полура проростки, да, ага. То банка игар унирбикит, да, марлага купудон, марланин чеппитин, ага, онтон салгынах манык сида курдук кордук бутун сида, ага, онтон устар бутун мантукам химбит түнү түн бите буманник ин бол бута, ага, онтон химбит түнү гран халарит. А, можно в холодильнике ее ставить. В холодильнике даже, вот если, допустим, градусов 10, mm-hmm. да, все равно растение продолжает расти, просто mm-hmm. более медленно. Uh-huh. Если прям минамиэксатхпна холобор деверола таунди, хандерабарарагнахны холодильнику ганкэхэм. Тахтахпна манык... Салгантар. Ага, салгантар, он на манык... Утунтутар. Приостанавливается рост. Ага, я имею интригней. Себе не хит тебе. Ага, салгы.
Бо микрозелем мы Олаттан кирем бара. Микрозелем. Так. Вот у нас собраны, получается, емкости. Манекегит, да? Алларата хаягастах. Бу үрдігер улах коврик пытын үрдібот. Барта у бо. Аны, манек пакет пытын ағам бараммыт. Бу пакеты бар, бұл көлінкегет. Вот этот пакет точно рассчитан на вот этот контейнер. На. Вот этот. А вот этот, по-моему, нет. Чуть больше, по-моему, здесь. Ага, по идее, крым. Бу пакеты равномерно, бу коврик, чё байтак мэнэк ыс. Ага, пакет там прямо ыгэп кэнха. Он тут боргалар дохпун хэпту медалия. Да, боргалар дохпа. Были рассадные бор барди. Это были кокосовый субстракт, индиан бар была тебе. Это тох кухня тут торга тох состах. Проблема лах сос. То дятер бору аска тебе гельсер. Вот. Да, что иди бу. Колбура үйден биттәне қаттан әмет нылан олырды қосы бүтін күгін хупту мәндік көх оту хиелор абыз қолаға дей. Бәм орды қанық микрозеліне білігіні Наталия? Оғам гарох білігір. Гарох олырды бұнлар. Отан оғам бәті олырдыр. Үс састақ оны бәті қатыр. Білер күрәді аттан олырды бұт болан бардың білер кені. Олырды қа да олырды қадыр. Олығын бәті. Зелень да зелень. Е, горох, біле өз күрді кампаннақ сейдіңдей. Ага. 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 Ота бұл қолы бұра, бұл мәнді горох бігі бағасындан өз күтін сеп құлады. Бұл ғыспатақ боларда. Ғыспатақ тені, атын мағынларға қоқ, по-моему, нұт дем бар. Нұт ол басы бар, атын соғыса. Обычный кормовой горох тен бар болады. Біле фуражные семена дем бар. Тоққа сөйлерген тұттылар кормовой горох. Ол ете бастар. Бұнан бірден оны көрдек қанады. Мәні оқты. Оны интернетінің заказты қығып. Әбетер бұл специализированный магазин для сети фермер. Оны атылығып қығып. Бұл тоқ семеті мәнік тоқ соғыс бұлықтақ. Расстояние лақ бұлықтақ. Біле бір ровным слоем болуқтақ, мұны күра 1-2 мм местелақ болуқтақ, то адетер біле үйнәйі мәйдетер, тілген тағарыр ғарыйын, олеген бұллағына мұны күра расстоянелақ болуқтақ. Бұ мелкие семеналар ғағы, отан бұ крупный семенаден горох подсолнечник мұны күра ровным слоем болуын хәп. Оно бұ мұны горох подсолнечник под пресс уровд. Манык преста нехтах. Еще идык. Того дедер. Оно манык. Игит. Он үрдігер тугары уров. Колабыр бутылка дутох. Того дедер. Силіге улахан бағай. Олеген манык бәбәлерін үйе тахарихтырын хап. Олеген манык кратык 2-3 күн еген манык тутох тахпыт. Отчағына манык ровным слоем үйлер. Диварде. Бұл мәнік болғана мелкие семена в прессе не нуждаются, поэтому можно так их просто держать. Мы сейчас их вот так вот кладем друг на дружку. Это на проращивание. Проращиваются они где-то 2-3 дня примерно, каждый день. Можно сутки вообще на них не смотреть. Аспыт бұл береге, әнгіна әппетен бұл қолы бұрай кистен тұттып әппетте әппетен ковриге. Барты хелес болан қалар бұлла жи? Бұл мәнік жұтовай ковригі екістен тұтты қайып, мәнік күрітік растығын, онына духовка егер ұрын кеған. Мәнік барта прокалит нәді ее. Мәнік органикаты барта бұған қатан қалар бұлла жи. Оны үшедік растан баран духовкаға 5-10 минутаға еген күрі температураға күрітік тұрору тегевет. Оны тағарын баран жи или то обеззараженный курдук полар. Он там коврик. Он там халар был лази. Он и растанки бегает. Растанки бегает. Ол духовка это прям обязательный пункт. Тихо градус, который рукавием?
Мен 200-ке сүз ағылғынға ең тұрар әтшіпін. Отын ға 5-10 минуты бодық, мінік 9 соғыз. 4-5 минутыға, 10 минутын әл бақ. Аға, жөйдік бұл бен тұстақ үйбені белбіккер, бен жарғын тұғынан көп сәйбіккер мақтау болу. Еғі мақтау, кәдіктер. Саға кейді аттың бәдігер дұрылбетігер бұл маңның бітігіне, құты үссі дағыны күлінеді. Әлбәді тұрар әбеті болуылар, кәдік тағыны дұрылбет тағын тұпсу өте, оның аттың республика өтті олы оқты оқтыры, дірегіні жарыптақ болу өтілер. Күндік әрәчілер бейіні күтті әбетке болу күтігі арамақтау, кәдер берілерге көрсек қадері өтті қаларын.